Добрый день. Недавно вышла новая игра из линейки про Бэтмена, а сегодня мы представим вам оптическую мышку Stunt GM263 Batman 6D от компании HQ Tech. Смотрите, давайте посмотрим ее, как она выглядит внутри. Внутри нас не ждут разочарования, нас ждет новая отличная мышка. Вы только на нее посмотрите. Со значком брендированным. Все просто отлично. Размер имеет 113 на 69 на 38. Вес у него 110 грамм. Удобно лежит в руке. Подойдет, я думаю, каждому. Кнопок у него 6. Раз, два, три, 4 и 5, 6. Кстати, об этой кнопочке. Кнопка переключения механической чувствительности DPI. Чувствительность мышки составляет 800, 1200 и 1600 dpi. Достаточно высокое показание, как для игровой мышки. Оснащена подсветкой LED синего цвета. Очень красиво выглядит это все. И очень стильно. Наработки на отказ 8 миллионов циклов. Канал передачи данных 16 бит. Также для того, чтобы ваша работа была еще комфортней, производитель HQ Tech позаботился и снабдил данную мышку бесшумными тефлоновыми ножками Ultra Slick. Так что при работе вы не будете слышать посторонних звуков от данной мышки. Что ж, отличное решение, я думаю. Я благодарю вас за просмотр. Встретимся в следующих обзорах. Спасибо, всего добренького.